как подключить дом к газу и попадает ли он в программу социальной газификации, по-прежнему актуальные вопросы для жителей. На совещании в администрации разобрали самые распространенные. В основном это вопросы, связанные со сроками, вопросы, связанные с тем, попал их дом или не попал в программу, а также вопросы, связанные с тем, сколько будет стоить проложить газопровод уже по их участку. Вот. Также сегодня на встрече были рассмотрены вопросы подключения к частным сетям. Всего в округе 42 сети. Все частные газопроводы Мособлгаз за собственные средства возьмет на обслуживание и будет развивать. Для удобства жителей с 1 августа начнет свою работу офис социальной газификации, сообщил заместитель главы администрации Одинцовского округа. Офис социальной газификации у нас на сегодняшний день установлен в частях. Вчера был его монтаж. Там будут оказываться услуги по получению всех необходимых документов, подачи заявок на социальную газификацию, на регистрацию права собственности. До конца 2022 года в муниципалитете должны догазифицировать 186 населенных пунктов. В настоящий момент проводится адресная проверка газового оборудования. В обходах принимают участие представители территориальных управлений и старосты. То есть администрация совместно с Мособлгазом будет повторно обходить дома. И сейчас эти графики составляются. Далее они будут доведены до каждой деревни, до каждого СНТ с целью, чтобы жители максимально способствовали прохождению данной процедуры, потому что от этого зависит безопасность. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».